Сегодня мы решили перекусить в 7-Eleven. Сегодня 7-Eleven. Что будем? Кимпаба нет, есть гамбургер. Или хочешь? Вот кимпаб. А, точно, что-то я не увидела. Есть еще вон какие-то топ-руки. Какой бы выбрать сегодня рамен? Давай попробуем чаджанмен. Давай возьмем кимбап, сэндвич и гамбургер. Сегодня пьем зеро. Офигеть. Ну что, давай похолодник на наше здоровье. Как вкусно. Начнем с сэндвича. Счет у нас сколько вышел? 10 900. А здесь почти как в Париж багете. Сколько он стоит? 2 500. А в Париж багете сколько стоило, не помнишь? Даже у себя. Дороже, если выгоднее брать, а вкус ничем не отличается. Расположен в таком месте, только машина останавливается, покупает и уходит. Поэтому вообще школьников никого нет. Музыка не играет. И тут еще ночью продавца нету. Магазин открыт, но двери закрываются. Сначала самостоятельно покупаешь. Прикладываешь свою карту, а потом дверь открывается. Ну, если вы, допустим, что-то купили, но не оплатили, ваша карта все равно остаются данные, потом они спишутся. Вкусненько. Теперь перейдем к следующему. Вообще блюдо у меня типа гель. А вот эти гамбургеры. Куриный гамбургер. Здесь курица? Должен быть. А что у нас кимбап есть? Вкусный же. Попробуешь? Я ел его. Вкусно. Я бы тоже ела, но давно не пробовала. Очень вкусно, оказывается. А ты давно не кушаешь? Ой, кимбап какой-то.
огурки. С мясом, что ли? Да. Прилип. Огурчик, курица, салат. Только странно, что огурцы с этой столько сторон. Неплохо. Кстати, зеро не отличается особо, да? От мизера. А кимбап вкусный. Кимбабом надо бульон. Такой рамен. У нас вообще на работе корнеля отстойно. Даже не помню, что. В общем, я сегодня особо не ела, но было очень жарко, поэтому ничего страшного, что не поели. Ну, слушай, как вкусненько мы кушаем. Решил какой-то есть. Запиваешь еду, когда кушаешь. А я вот, например, кимбап поел, и вот когда глотну, вкусно тогда. А некоторые не любят запивать. Но я запиваю. Ты из той категории, когда... Когда я ем, я глухо ем. Да? Не всегда. Только когда мы видео снимаем. Кимбап стоил... Сколько стоил кимбап? 2800. А гамбургер? 3000. А напиток у нас 1+1. Один покупаешь, один бесплатно. А рамен за чайник. Как
быстро управились. Вкусно было? Угу. Мне тоже вкусно было. Ну ладно. Всем спасибо, всем пока.